Что же мы видим еще? Мусульманок, которые одевают хиджаб, никаб, и тех мусульманок, которые надсмехались над сунной, и женами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и над тем, что они закрывали лица. И к чему это их привело? Ты можешь увидеть ее в клубе, в окружении мужчин, которые танцуют вокруг нее, и каждый трогает ее. Ты можешь увидеть ее, сидящей в рейндж-ровере и слушающей дьявольскую музыку. И она еще придумает оскорбительные прозвища девушкам в никабах. И это сунна? И это религия Аллаха? Разве это так? Это не религия Аллаха. И многие из таких мусульманок говорят, что они следуют Корану и Сунне. И я скажу одну вещь. Если тебе нечего сказать благого, тогда храни молчание и держи рот закрытым. Потому что так будет в точности, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если нечего сказать благого, храните молчание или держите рты закрытыми. Если у вас нет стыдливости, я говорю в точности то, что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если у вас